83 серия, участок Мурманск, Магадан, 8-й день движения. В этой серии будет пройдено 77 километров. Это нечто. Комментарии в салоне можно разобрать. Остановился однажды на ночевку. Уже темно было. Вышел на улицу покурить. Дверь закрыта там все. Но потом сел в салон, и я был просто в шоке, сколько там скопилось этих слепней, оводов, этих кровососов. Это просто невероятно. Я шутил, что они меня пинками из салона вытолкали. Но я знал о том, что там, в Тюмени особенно, нет житья от кровососов, поэтому у меня с собой были репелленты. Такие жгучие, главное, вообще. Да, участок приличный. Но они сняли верхний слой, видно уже с обоих сторон. Сейчас на противоположной стороне обработали битумом. Вот. Хорошо, что на той стороне, по которой мы проехали, там не разлили битум, чтобы водители размазывали по всей дороге. Было такое время, да. И главное, стоят рабочие, улыбаются, смеются, видят заляпанные автомобили, идут, а им это в радость. Сняли резой, поэтому такой звук. Thank you.
потому что колонна идет. Там тоже светофор. Стелла Тюменской области. Уже рано вроде бы. Какие цены на бензин в Тюмени? Автобусная остановка с туристами. Может, просто он тоже с левой стороны, деревья опаленные огнем, чувствуется запах гари. Мне так показалось, а вообще нет, вон дымок впереди. Да и в салоне ощущается.
связи нет.
большой. Пожары, по всей вероятности, затушили. Но дым еще полностью не выветрился.
основном Крымск-контроль, и там, где вот эти вот подъемы, я там перехожу, ну, на ручное управление. Да, в основном на круиз-контроле, на межгороде, но там, где подъемы крутые, или в городском цикле, там уже ручной режим.
тоже достаточно. Круговое движение. Второй съезд. Движение настолько часто, нигде больше в России такого нет. И газовые заправки, и бензиновые. Вообще-то я еду на Тюмень, но если там в вашем сервисе поменяют масло и фильтр, разумеется, я заеду туда. Конечно, было бы гораздо лучше. Ты же помнишь, с тобой ездили, по-моему, в Кемерово через Курган. От Кургана через Тюмень уходили на восток. Сейчас больше всего волнует замена масла. Вот это самое главное для меня боль.
получить, то есть контроля прислать фото пробега. Сто 17 415. Я отправил тебе этот фотографию панели. У меня еще этот был сколько там, на пол литра или на литр для доливки, еще целое неиспользованное.
сверху дыма ветер прогнало, вот эти деревья, с ними дымка, она сохранилась. Временами сильный запах дыма в салоне. Сейчас остановлюсь сделать фотографию этой канистры. Проехал Замараевская, что ли? Замараевская 9, не знаю. Ну, я встану в тенечке, ты можешь спозиционировать меня и прикинуть там, сколько километров.